На территории школы поселка совхоза имени Ленина состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня защитника Отечества. Организованное территориальным отделом «Картинский», общественным движением «За совхоз» и сотрудниками Центра культуры. Наша общественная организация выступила с предложением организовать несколько локаций военно-патриотического воспитания. Ну, в принципе, как вы видите, все достаточно успешно реализовалось. Людей пришло много, дети рады. На это мероприятие, на этот сбор пришли люди совершенно разных возрастов. И дети, и уже мужчины, отслужившие в армии, и призывники, и даже и пенсионеры. Все с подъемом, с интересом относятся к подобным мероприятиям и с уважением относятся к тому, что здесь организовано и сделано для жителей поселка. Из подготовленных развлечений детям больше всего понравился мастер-класс игры на барабанах. И не страшно, что ритм они держали с трудом. Главное – громкий стук. На соседней площадке ребята разделились на несколько команд и приняли участие в турнире по лазертагу. Ты можешь стрелять на расстоянии. Это не как в детстве ты из палок стрелял. В составе каждой из команд по 4 человека. Игра учит основам тактики, развивает командный дух и взаимовыручку. Максимальное приближение по этому фактору к реальности, то есть действительно при попадании отключается возможность стрелять, то есть как бы человек выбывает из игры, играет до 2 побед команда. Пока дети играли в подвижные игры, старшее поколение с удовольствием стояло в очереди за кашей, приготовленной на полевой кухне. Все по армейскому меню. Гречневая каша с тушенкой, с луком, с морковкой. И чай тоже с печки приготовлены. Спасибо, что сделали такой праздник для наших подрастающих поколений. Это очень важно, чтобы они росли патриотами нашей страны, нашего государства. Дай Бог, чтобы все у нас было хорошо, мирное небо. И я надеюсь, что мы так и будем жить. Среди множества площадок каждый пришедший на праздник нашел себе занятие по душе. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.